И для симметрии лапа прям тоже место прикрепления. Кайф. Слушай, уже справа перестала болеть. Вообще, блин, чудеса. Сколько время идет видео? 6 минут. 6 минут. То есть 5 минут между инъекцией, и уже боли нету. А как так она работает? Пока рефлекторно. Рефлекторно. Да, сейчас будет химический. Нет, так а что ж болело? 2 минуты назад болело справа, сейчас не болит. Правильно. Здесь был спазм. В общем, химические агенты плазмы, там с лекарством, там же цитрат, да? Они сначала раздражают, да? И вот первые но вот вообще, эти 3... по факту нет, не раздражает уже. Ну что, нет, но первые 3-4 минуты. Свободный не остается тут. А, когда он смешивается? Да, все. Он с кровью смешался, все, он уже в химическую реакцию вступил, и от него ничего не остается. Нет, давай вот объясни механизм, почему первые 2-3 минуты болит, печет, а потом боль уходит. Концентрат вводится. Ага, она то просто... есть кондостарная фракция, пока она концентрированная, она механически будет местно болеть. А потом, как только распадается, потому что как раз за 2-3 минуты... Идет связь с коллагеновыми волокнами организма. Да? Она... Происходит деградуляция, выпускаются факторы роста. То есть она так быстро активируется? Да, 120... Потому что 80-120 секунд. Те пробирки, которые я покупал в Украине, они активируются через 20 минут. Это... А это так быстро. Ну, если пробирку подержать 40 минут, то там тоже активируется прям в пробирке. Не, на машине держали. Да, а здесь... То есть, это я к чему говорю? Это отличие тех пробирок, которые мы раньше работали в Украине, от этих, от американских. Разные пробирки имеют разный состав, поэтому скорость активации тромбоцитов, они могут активироваться как в пробирке, в шприце, так и в теле. Наша задача, чтобы они активировались в организме. Эти только в организме активируются. Вот. Эти только в организме. Причем здесь как получается? У нас же цитрат натрия забрал, ионы кальция. Да. Все, тромбоциты не активируются. Мы ввели ту же самую мышцу, либо в связку. В организме у нас есть свободный ион кальция. Он сразу, тромбоциты соединились, и здрасте, приехали. Вот, в чем фишка. А вот в этих пробирках, подай, пожалуйста, покажу на камеру. Вот эти пробирки, вот, самые дешевые, здесь происходит иногда плазма, полученная в этих пробирках, не буду показывать этикетку специально, она не активируется, если не ввести кальция-хлорид. То есть я когда обучался ими, они, вон, видишь, там у меня лежит этот пипетизатор, вон он. Они пипеткой набирали кальций-хлорид и активировали. Иначе она в организме не активируется. Понял? Вот это. Ну, потом те украинские, к сожалению, уже нету, показать нечего. Они могли активироваться в зависимости от протокола изготовления, приготовления. Да? Как в пробирке, ну и плюс время. Как в пробирке, так и в шприце, так и в теле. Их надо было... В зависимости от того, что ты хочешь создать воспаление или снять, правильно вводить по времени, скорость. Понял? А что у них такое? В состоянии что? Ну там тоже с цитратом натрия были и с гелем. Потому вот. Что есть разные концентрации цитрата натрия, они по-разному активируют, вот. По-разному... Вот на этой написано 3,8, а там не было написано. И есть 3,2, на 3, семинарах 4, 8, не говорили, 3, 4, 5, и в описании не было пробирки. То есть я даже у организаторов, производителей спрашивал, он говорит, минимум, какая просто цитрат натрия, какая концентрация. Они разлили. В Китае. Не, это я не к тому, что я дискредитирую. Просто когда работаешь именно этой системой, ну, надо знать, как она работает, чтобы умело пользоваться. Что тебе надо, в зависимости от того, что ты хочешь. Они классные тоже, эффект от них обалденный. Вот. Просто эти же у меня недавно, вот я тебя расспрашиваю, на себе смотрю, как оно работает. А потом уже... За результат после первой инъекции. Да, да, класс. Ну, чувствуется лифтинг эффект такой, с правой стороны надулось, а слева не чувствуется. Но слева у меня там живые. А слева-то мы... Норма плазмы. Норма плазмы калорий.
В общем, друзья, приходите на настоящее правильное лечение. То есть я думаю, что ударом кулака можно вылечить быстрее и эффективнее. Ну ты как травматолог. Быстрее можно ко мне отправить. Да, да, да. Ударом кулака. Ну, так и зарабатываем. Кто-то лечит, кто-то лечит. Кто-то лечит. Все, пока, лайки ставим, подписочки.